Сегодня купил вот такой набор, пару сальников на полуось заднюю 39-52-8, потому что у меня левая полуось сальник прохудился. И вот такой насос StarVolt, насос отопителя. Вот этот насос отопителя VPM 0363 стоит, ну, в общем, 1000-2 примерно, в среднем 2 штуки рублей. Это магнитной крыльчаткой. Проходит долго. Вот, будем внедрять в печку. Да, и еще, что в коробке нашел. Паспорт изделия StarVolt. Смотрим, что это на обратной стороне. Читаем. Находим. Моторедуктор очистителя лобового стекла. Привет, StarVolt. Да? Ну вот, будем ставить кнопку трехконтактную. Реле подключил. Это будет плюс. Куда мне подходить? Контактная группа, где по зажиганию появляется. Ну, соответственно, насос. Посадил его в группу. Плюс-минус. Придет потом сюда на реле минусовое. То есть вот сюда. Мы его посадим. Вот сюда. Все, как буду устанавливать. Смотрите дальше. Устанавливать буду вот в этот шланг, в разрез. Здесь выход печки вверх-вниз. И обратите внимание, вот сам насос, да, вход и выход. И если посмотреть туда, то как раз он будет стоять вровень по трубкам. Выход, верхний выход, нижний. В разрез даже шланг не придется резать. Аккуратненько вставлю. Вот такая фишечка у меня подготовлена, вот такая. Будем ставить. Внимание, что у него потребление тока пиковое 1 ампер, а так 0,4 ампера. Вот, все видели, да? Ну вот, воткнул. Стоит идеально. Даже родные хомуты подошли. Будем заводить, подключать. И посмотрим, как работает. Итак, температура двигателя 32 градуса. Включили печку. Дует чуть тепленьким. Уже тепленьким. И включили, соответственно, насос. Сейчас выключим. Надо, в общем, на морозе пробовать. Ну а так работает. Включаем опять. Смотрим. 35 температура двигателя. Дует тепленький воздух. Как он себя проявит. Ну а пока хорошо, выключаем, ждем пару минут. Температура 40. Опять холодненький. Из дефлекторов дует. Реально холодный. Включаем насос. Чухаем. Подул тепленький. Не знаю, насколько эффективно будет зимой. Ну, за 1,5 рубля доп. Девайс, я думаю, нормально. Ну что, вот так я его поставил. Очень все хорошо, замечательно. Держится прекрасно. Выход из печки. Выход дальше термостатом. Вот. Насос. Тепленькая жижа. Тепленькая, хорошая. Посмотрим, насколько будет эффективно. И все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.